Взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех награды, бьет воздух белым он крылом. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидеон, это рубрика Old School, где мы продолжаем проходить чудесный первый Silent Hill. Ну что же, теперь у нас на очереди четвертая часть. Начнем. Ну что же, теперь как раз время отправиться нам дальше, на третий этаж. Надеюсь, это будет не так страшно, как было на втором. Хотя на втором, я вам скажу, не очень страшно было. Пока что мы не встречаем никакого сопротивления. И мы видим всего лишь перед нами одну большую железную дверь. Замок заклинило, эту дверь невозможно открыть. Да, это, друзья мои, японский стиль ужаса. Когда нам дают такую вот дверь огромную, одну единственную, вот эту вот, вот она, и она идет у нас прямо как цель, как вот что же за ней, почему она такая огромная, почему окована железом. Посмотрим, что у нас. Так, вот, видите, крыша. Ну, конечно, безусловно, мы на нее попадем, я, правда, понятия не имею пока как. И мы видим... Вот мы куда отправляемся. Мы отправляемся сейчас вниз. И там где-то у нас склад будет. Некий. А дальше там спуск в подвал будет. Да, подвал. Безусловно, нам не было так страшно в школе. Я представляю, как будет страшно в подвале, честно сказать. Да. Ну что же, куда-то нам сюда нужно. Опять мы здесь встречаем... Ножевое сопротивление. Отлично. Все, больше их не будет. Ну, по крайней мере, сейчас. По крайней мере, конечно, сейчас. Так, посмотрим. Нам нужно отправиться, да, на склад. А это, видимо... Это, видимо, другой выход. Это, видимо, другой выход. Давайте посмотрим, что здесь. Удивительно, он открыт. Я думал, он закрыт. Конечно, здесь кто-то есть. Это опять дух. Он боится света. Он идет и падает. Сейчас исчезнет. Все, исчез. Ха. Ох, не хотел бы я с ними встретиться в темноте. Ох, не хотел бы, честно сказать. Ну что же. А выйти мы можем, интересно? Ну, безусловно, да, мы не можем выйти. Я думаю, было бы это странно. Как хорошо, что здесь никто не появился снова, потому что это было бы очень туго, туго все время после каждого выхода из локации и захода все время убивать кого-то. Так, в склад мы пройти не можем. Значит, он нам недоступен или что? Да, он нам просто недоступен. Ну что же, посмотрим спортзал. Хотя, мне кажется, спортзал тоже закрыт. Честно сказать. Да, он тоже закрыт. Ну, слишком какая-то большая территория. Тем более, я не помню ее. Не помню. Я, правда, в глубоком таком детстве, там, я не помню, 12 или 13 лет мне было, когда я как раз вот играл, проходил игру. То есть, я-то ее не проходил. Проходил, конечно, мой друг. И я так чисто смотрел издалека, было очень страшно, честно сказать. Так, а теперь у нас интересная вещь появилась. Нам нужно как-то спуститься в подвал с помощью вот этой лестницы. А, ну понятно, понятно, понятно. Ну что же, нам теперь назад сейчас нужно вернуться и подняться на второй... Мы сейчас на первом, да? Подняться на второй этаж. Сейчас я... Так, сейчас еще разок. Карта. Да, через двор я не хочу бежать. Отправимся на второй этаж сейчас. Нам нужно пробежать через второй этаж и спуститься по этой лестнице.
Если я, конечно, не ошибаюсь. Туда ли я иду? Секундочку. Нет, я иду не туда совершенно. Совершенно. Все время мне нужно сверяться с картой, потому что ориентирование в этой игре лично у меня на местности очень худое. Да. Я в основном бегу только туда, где я не слышу шороха нашего радио. Да, мы идем правильно. Да, музыка, конечно, безусловно, нас прямо ведет нас музыка сюда. И мы спускаемся вниз. Да, мы опять видим. Ой, как я надеюсь, что он один. Фух, он... Нет, он не один. Я слышу шорох, значит, кто-то еще рядом. Так, мы здесь не были. И сейчас время осмотреть эти классы, безусловно. Ну, кто там опять? Ну, где ты? Ах ты! Он целится на дальнего. Да что ж такое-то? Не в этого стреляй. Развернись. Убей карлика. Фух. Все. Отлично. Зачистили. Хотя, в принципе, можно было этого избежать, мне кажется. Пробежать чисто через классы. Да, и здесь мы тоже кого-то встречаем. Просто чудесно. А, это дух. Надеюсь, что здесь будет только дух, которого мы сейчас засветим до смерти. Какой толстенький, гадкий дух. Все, уходи, уходи. Фу. Не хочу я больше вас видеть, вы ужасные, страшные. Кстати, вот интересно, влияет ли это вот убийство духов светом? Влияет ли оно как-то на, не знаю, прохождение? По-моему, нет. Ну, в общем, я лично ничего об этом не слышал. Да, кстати говоря, я собираюсь игру пройти на концовку Good Plus. То есть, опять кат. Создается впечатление, что я уже здесь был. Конечно, я тут не был. Почему здесь ничего нет? Мне бы очень хотелось, чтобы здесь что-нибудь было. Да, странно. Мне казалось, что в каком-то классе, где-то на какой-то из стен, что-то есть, какая-то полезная информация. Ну, в общем-то, здесь что-то ничего нету. То есть, только какие-то рисунки. На самую хорошую концовку хочу пройти игру. Где, в общем-то... Ну, в общем, вы сами узнаете, что будет. Потому что я такой человек, что я люблю хорошие концовки. Поэтому очень хочется пройти именно на нее. Ну что же, спустимся вниз. Кто же нас встретит, кто же нас приветит? Очень не хочу, чтобы нас приехал. Да, мы в бойлерной. Мы сейчас в бойлерной. Я очень надеюсь, что нас не приветит какой-нибудь огромный босс. Внутри ничего нет. Так. Склад закрыт. Значит, нам доступна только бойлерная. А что нам доступно в бойлерной? Посмотрим сейчас. Ох, какая страшная дверь. Ох, какая страшная бойлерная. Ржавая, гнилая. Ой, не нравится мне это. Так, ладно. Что у нас здесь есть? No, notice. Ну, это не перевести нам. Какие-то краны. Вентиль намертво закручен. Я даже пошевелить его не могу. Понятия не имею, для чего это. Лучше и не трогать. Ну ладно, не трогать так не трогать. А что за надписи? Развешаны ведь какие-то надписи. Ну, да, видимо, это так. Атрибутика. Ну, собственно, да, бойлерная здесь не представляет собой ничего, кроме, я уже догадываюсь, чего. Одной большой кнопки красной, которую мы видим вот здесь.
Здесь есть кнопка. Хотите нажать ее? Ну, честно, честно сказать, не хотелось бы, потому что мы все-таки в Silent Hill. Но раз уж мы сюда пришли, так тяжело, и не нажать на большую красную кнопку, придется нажать ее. Ну что же, я вам скажу. Это пока ничего не случилось. Пока ничего не случилось. Сейчас посмотрим на наше здоровье. Да, оно у нас плоховато. Используем нашу аптечку. Дверь нам не открылась? Нет, к сожалению, дверь нам не открылась. Ну, пойдемте обратно, я не знаю. Мне кажется, крыша открылась. Может быть. Может быть и нет, я даже не знаю. Что могло изменить? А может, пианино открылось? Вот честно сказать, я не знаю. Может быть, двери открылись? Ага. Вот так вот, двери открылись. Ну что же, тогда самое время сохраниться. Это, конечно, та комната. Да, это медпункт. В медпункте у нас есть сохранение. Так, сохранимся. Новая запись. Отлично. О-о! Можно выключить фонарик. Слушайте, я не знал этого. То есть можно не убивать этих духов. О, как интересно. Так, ладно. Конечно, вишенки они нам не дадут. Это я вам точно говорю. Ни конфет, ничего либо такого нам, безусловно, не дадут. Так, ну что же, я справился со своим внутренним страхом, и я готов выйти во двор. Выйти во двор, чтобы узнать, что это за часовая башня. Где вы? Вот он. Давай, давай, давай. Еще где-то один есть. Но нам туда не надо. Я хочу осмотреть часовую башню. Дверь башни заперта. Стрелки остановились на 10 утра. Да. В подсказках у нас было кое-что кроме этого. Во-первых, да, вот здесь серебряная луна для серебряного медальона. А там, наверное, будет золотое солнце. Между прочим, это не просто так. Это символы Silent Hill. Я... Сейчас, к сожалению, не могу сказать больше. Позже я прочитаю плод анализис. И скажу больше насчет этого. Прошу, конечно, за это прощения. Что, так сказать, я немного не готов. Итак, мы открыли, безусловно, двери. И нам нужно... Да, нам нужно... Мне кажется, пианино. Мне кажется, пианино все-таки включилось. Включилось, если это можно так назвать. Но, собственно, я напомню, о чем я говорил. Вот эти записки. На записках написано кровью, что 10 часов алхимическая лаборатория, злато в руке старика, и грядущее скрыто в длани его. Лишь за воду мудрых злато свое он отдаст. Да, вот это я помнил. Ну, смысл, конечно. Мы полили кислотой и получили золотой медальон. И далее мы видим 5.00. Тьма, что приносит удушливое пекло, треск пламени, тишину разрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. Честно сказать, я не знаю, что это. Мне кажется, что это... Видимо, это бойлерная. Видимо, это бойлерный, я нажал кнопку. Вот что случилось. Да, тьма, что приносит удушливое пекло, потому что бойлерная — это система обогрева, система отопления зданий и вообще. В Америке у нас, конечно, таких нету. У нас общее отопление такое центральное, а у них в каждом доме, вот в школе, например, свое собственное отдельное. 12.00 — место звуков и песен. Да, это как раз загадка с пианино, о которой я вам говорил в предыдущей части. Серебряный знак голоса скрывают безмолвные, ну, скрипичный ключ, серебряный знак голоса. Их пробуди в порядке, как я предписала. Собственно, как у нас и написано на этой, на доске.
Да, я, к сожалению, сглупил и не поставил сейчас... Так, я правильно иду? Нет, неправильно. Не поставил золотой медальон. Мне кажется, это надо было сделать. Не та кнопка, простите. Мне кажется, это надо было сделать, чтобы что-то изменилось. Сейчас здесь золотой медальон нужно поставить, который у нас уже есть. Вот он. Мы его использовали. Интересно, что-то изменится или нет, я даже не знаю. Золотое солнце мы поставили. Посмотрим, на сколько часы остановились сейчас. Сейчас часы... Да, время изменилось на 12.00. Вот что. Мы изменили время на 12.00, и тем самым мы открыли... Тем самым мы открыли пианино. Потому что загадка с пианино была как раз на 12.00. А, видимо, когда мы вставим серебряный медальон... Так, куда нам надо? Сейчас еще раз посмотрим, чтобы я не попал в просак. Да, все правильно, нам сюда нужно. Надеюсь, что эта дверь открыта уже теперь. Да, она уже открыта. Нам нужно наверх идти. Когда мы вставим серебряный медальон, который получим уже из загадки с пианином, с роялем, то... Ох, какая музыка тревожная, ребята, я прямо... Ой, ужас. Так, ладно, нам нужно сейчас идти напрямик. Здесь мы уже всех убили. И вот она, наш камень преткновения, наша загадка с роялем. Да, рояль открыт, потому что мы изменили время. Некоторые клавиши испачканы кровью, что бы это значило? Проверить рояль? Да, давайте, конечно, проверим рояль. Потому что, собственно, а что нам еще остается? Да, здесь 7 нот. Как, конечно, птиц я не помню. По-моему, птиц 5, если я не ошибаюсь. Ну и что же, для начала все-таки стоит обратиться нам... к стихам, которые написаны, потому что уж очень они длинные, честно сказать, написаны кровью. Вот, и сказка у нас о безголосых птицах, как еще раз мы ее зачитываем. Взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех награды, бьет воздух белым он крылом. Вот. Честно, первая нота, значит, должен быть какой-то алчный пеликан. Почему? Жаждет больше всех награды. Почему пеликан? Что жаждет больше всех награды, бьет воздух белым он крыло. Белым. Белым. Может, тут как раз цвет означает цвет клавиш. Может быть. Может быть. Бьет воздух белым он крылом, жаждет больше всех награды. Так. Хорошо, первый пеликан у нас. Белая клавиша. Тихий голубь обогнал его. Значит, по идее, он должен быть дальше этого пеликана. И мимо пеликана пролетел так далеко, как только мог. Насколько он мог? Не знаю, посмотрим. Значит, второй был голубь. Тихий голубь мимо пеликана пролетел. Вслед за ним черный ворон. Парит он выше голубя, чтобы показать, что он сильней. Черный, вот, пожалуйста, опять цвет. Опять цвет у нас употребляется. Может быть, третья клавиша будет черной. Это все записываю, кстати говоря. Так, значит, первый был у нас пеликан. Второй у нас был голубь, он улетел далеко. Третий был ворон, но он дальше него. Угу. Хорошо, и он черный. Значит, это черная клавиша. Дальше. За ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей. Потише место. То есть, может, где-то посередине.
соседстве с другой птицей. То есть либо с первой, либо со второй. И опять же белоснежный, опять же цвет употребляется. Значит, это белая клавиша. Ну все, это точно уже, по-любому. Потому что черный, белый, это точно. За ней белоснежный лебедь себе найдет почти. Значит, это либо с пеликаном, либо с голубем. Точно будет. Ну или, конечно, с черными этими, с вороном черным. Парит он выше голубя. Так. И после всех ленивая ворона садится, только лишь взлетев. Зевнувший мирно засыпает. Ворона опять же черная будет. Значит, последняя клавиша тоже будет черная. Кто птицам путь определит, кто голоса даст безголосым? Ну что же, долго я тут думал, долго я думал, и вот к чему я пришел. Вот к чему я пришел. Первый был пеликан. Это может быть либо первая клавиша, либо вторая, либо вторая, либо третья. Пеликан. Ну, давайте попробуем первую. Ну, пускай, да, так. Так, попробуем первую. Значит, здесь на ней уже сидит пеликан. Хорошо. Дальше был голубь, который улетел так далеко, как только мог. Но его обогнал ворон. А ворон был черный. Значит, мне кажется, вторая будет вот эта клавиша. Опа. Опа. То есть, вот оно как. А ворон, мне кажется, будет вот это. Точно. Значит, первая была неправильная. Давайте выйдем и еще раз зайдем. У нас должны быть вот эти глухие звуки, не музыка. Значит, тогда вторую попробуем для пеликана. Точно. Точно, точно. Тогда дальше идем. Дальше был голубь белый. Вот, улетел. Потом дальше него пролетел черный ворон. Опять же, черная клавиша. А дальше кто же был? Дальше лебедь был. Дальше был лебедь, который пролетел. Белоснежный лебедь, значит, это опять же белый, и сел рядом с другой птицей. То есть, либо с пеликаном. Первая клавиша, мы знаем, она уже не участвует у нас. Либо здесь. Либо... здесь, либо здесь. Давайте попробуем вот эту. Ну, рядышком сел. Нет, это не то. Так, давайте заново. Давайте заново. Так, хорошо. Итак, первый пеликан. Потом был голубь. Ворон. И дальше нам нужно выбрать. Ну, тогда вот эту тогда. Тогда рядом с голубем. Точно. Отлично. 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 И последняя птица. Последняя птица была ворона. Ворона, она... она только лишь взлетела и тут же села. Значит, она вообще недалеко улетела. Но ворона, опять же, черная. Значит, мне приходит на мысль только первая черная клавиша. Ну что же, надеюсь, это правильно. Да. Да! Да! Вот она! Вот она! Вот она загадка в правильном переводе. Console Games, вы просто молодцы. Потому что я помню пиратский первый перевод. Это такой кошмар. Это просто невозможно было разгадать. Но здесь, в этом переводе есть смысл. И есть... да все, что нужно здесь есть. Что еще здесь нужно? Итак, какие планы у нас дальше? Мы забрали медальон, и теперь нам нужно спуститься вниз для того, чтобы вставить его в часовню. Так, посмотрим, куда у нас... так, куда нам нужно идти? Я думаю, сзади дверь уже открылась, поэтому...
Я попробую туда, безусловно, пойти. В пиратском... Удивительно, закрыто. В пиратском переводе просто невозможно было правильно понять эту загадку. Я помню, что мы ее с другом смотрели где-то в каких-то, я не знаю, источниках там. Вот эти, помните, книги были? Ну, конечно, если кто помнит, безусловно, любители олдскула. Не помню, что были раньше книги с прохождениями, вот это все вот. И там были не только прохождения, но и читы там, вот это прочее. Вообще очень вот... Очень вот это все интересно было. То есть выпускали целую литературу, такие тома. Опять у нас здесь школьники. Так, ладно, откроем карту. Сейчас на вперед и на направо. Я попробую пробежать. Есть! Пробежали. Так, хорошо. И что же мы делаем? Вставляем последний медальон. Серебряная луна. Да, серебряная луна. И я думаю, часы переведутся. Ой-ой-ой, не стоит этого делать. Никогда не выключай свой фонарь. Это мораль Сайлент Хилла. Так, если ты выключил свой фонарь, то жди неприятностей. Мы вставляем серебряную луну. И я думаю, часы переведутся сейчас на 5 часов утра. Или дня, я уж тут не знаю. О боже мой, вот это звуки. Время на 5 утра. Ну что же, музыка приобретает совершенно невероятные музыкальные оттенки, если так можно выразиться. Карлики у нас прямо уже перед лицом, но пауза на карте — это просто золотая вещь. Итак, куда нам нужно отправиться? Кстати, мы могли через двор пробежать насквозь. Да. Мы могли пробежать просто через двор насквозь. Да, я так, наверное, сейчас и сделаю. Итак, куда нам теперь нужно? Там... Да, неплохо бы, конечно, в приемной сейчас посмотреть то, что написано или сохранится в медпункте. Но мне кажется, все это не то будет. Не то, что нам нужно. Там было сказано, выпусти зверя, что-то, в общем, что-то такое. Знаете, что мне кажется? Мне нужно просто подниматься сейчас на третий этаж. Элементарно и без вопросов. Бойлерную я не пойду, мы кнопку там нажали. Хотя, слушайте-ка. Да, наверное, нам стоит сейчас отправиться в бойлерную, потому что, когда он нажал на кнопку, он сказал, ничего не произошло. Ничего не произошло. Возможно, сейчас произойдет. После того, как мы перевели время, как бы вот там было в подсказке написано, что этот зверь, он, в общем, проснется, ну и прочее. Так, сейчас я попробую убежать. Он не попал по мне. Так, я правильно иду? Я очень надеюсь, что иду правильно. Так, прошу прощения. Да, нам сюда нужно, безусловно. Нам нужно сюда отправляться прямо вниз. Да, нас никто тут не встретил. И... Да, бойлерная. Пугай меня полностью, как говорится. Хоть я и не люблю это видео. Но, видимо, так и получится. Сейчас я чувствую... Знаете, что мне сейчас кажется? Сейчас я... Инициирую альтернативный Silent Hill. Да, у нас загорелась лампочка. Мне кажется, я инициирую альтернативный Silent Hill с решетками и прочим всем. Это будет страшно. Ох, ребята, это будет страшно. Я прямо этого боюсь, как огня всегда. Ну что же, мы включили бойлер. И мы разбудили зверя. Что бы это ни значило. Нет, пока что мы не инициировали, но мы разбудили зверя. Я думаю, дверь открылась на крышу. Мне кажется, дверь открылась на крышу. Ну что же, отправляемся туда.
как же... Я прямо жду. Ох, как я жду, что сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Так, нам нужно в другую часть коридора. Здесь мы не слышим шороха, значит, никого нет. Но музыка, конечно, тревожная, хотя она таковой и была. Здесь нам тоже нужно в другую часть коридора. Карликов уже у нас тут нету. Хотя это, скорее всего, детишки. Милые детишки. Так, карта мне уже не нужна, я знаю, куда идти. Прямо сюда. Да, мне кажется, мы открыли дверь и, так сказать, разбудили зверя. Удивительно, замок заклинил, и эту дверь нельзя открыть. Тогда что же? Тогда что же нам делать? Хм, странно. Мне казалось, что сейчас крыша будет открыта. Куда же нам тогда отправляться? Конечно же, приходит на ум то, что надо еще раз посмотреть подсказку внизу. Я даже не знаю, слушайте. Здесь мы все осмотрели. Кстати, в раздевалке стоит знак вопроса. Хм, почему там стоит знак вопроса? Пойдемте проверим. Так, нам, по-моему, сюда, если я не ошибаюсь, да? Да, сюда, потом вниз и направо. Почему стоит знак вопроса? Что там? Потому что я лично ничего такого не замечал. Ничего такого особенного. Что здесь? В смысле, кошка, что ли? Ну и что? Ну и что? Как бы... Все еще ничего нет. Может быть, я думал, что-то появится, но нет. Здесь ничего нет, и знак вопроса этот ни к чему совершенно был. Так, ну что же, тогда куда же нам отправиться? Куда же нам отправиться? Так. Ну, вниз, наверное, я просто даже не знаю, куда еще. Да, я думаю, я вернусь сейчас вниз и посмотрю... Что же, где же... Ну, загадку я, в общем, еще раз хочу осмотреть, потому что думаю, что там будет какая-то подсказка, какое-то указание, в общем. Конечно, нам придется перебить карликов, безусловно, но заодно мы и сохранимся. Сейчас я для начала избавлюсь от этих карликов назойливых. Ах ты гад, добрался-таки до меня. Пойду задавлю этого. Вот так вот. Развернемся. Ну иди сюда. Вот так вот. На, давай. Отлично, добили. Так, еще раз посмотрим. Посмотрим последнюю подсказку, самую окровавленную книгу. А нет, это не то, это про пианино было. Это сейчас место звуков и песен. А нам нужно вот это. Часы переведены на 5 утра. Тьма, что приносит удушливое пекло. Треск пламени, тишину разрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. Дверь времени мне нужно открыть. Но где мне найти эту дверь времени? Вот в чем вопрос. Где мне найти эту дверь времени? Хм. Что ж. Где у нас медпункт? Где же мне найти дверь времени? Возможно, мне нужно отправиться в часовню. Она станет открыта. Возможно, часовня станет открыта. Ну что ж, дорогие друзья. Выпуск мой... 4-го прохождения подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось.
пятой части мы отправимся и откроем часовню. Или не откроем, я не знаю. Надеюсь, что так и у нас и получится. Откроем часовню, и что-то нас встретит. Я не знаю, что нас встретит. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, советуйте друзьям. Всем спасибо. До следующей миссии.